Привет, друзья! Всем привет! Мы сегодня приехали куда? Венецию. Венецию, правильно. Венеция, знаменитый город Италии, город на воде. Много воды, много мостиков, островов. Погуляем, посмотрим. Интересно вам? Да. Попробуем узнать этот город поближе. Да. Отлично. Ну что ж, вперед на водный транспорт. Да. Да. Так, здесь у нас есть расписание водного транспорта. Мы решили сначала взять речной трамвайчик и доплыть на нем на площадь вот эту, Сан-Марко, Пьяцца Сан-Марко. Это самая центральная площадь, на которую все стремятся попасть в Венецию. Не знаю почему пока. Так, здесь такой пирсик, с которого можно съесть трамвайчик. Похоже, подъезжает наш транспорт. Ну что, Тимурочка, мы с тобой уселись. Миланочка, Артемка. Мы сидим уже в нашем водном трамвайчике. Раннее утро у нас, без 15:08, ну как раннее, кому как. Но движение, жизнь в Венеции уже началась. Итак, мы отчаливаем от пристани. Венецианские гондолы еще запечатаны, зачехлены и пока еще не вышли на свою работу. Но я думаю, вот-вот скоро мы увидим их во всей красе. Наша конечная остановка. Площадь Сан-Марко. Итак, мы пришли на самую центральную площадь, самую знаменитую для туристов, площадь Сан-Марко. Китайская тургруппа, гид им все рассказывает, через наушники они слушают. Время без 15:09, а туристов уже море. Я представляю, что здесь происходит днем. Да. Так, Артем у нас борется с гравитацией. Борется с гравитацией Венеции. Милане очень хорошо, да? Милана, как тебе? Как ты себя чувствуешь? Хорошо. Все хорошо, да? А ты, Артем, тоже себя чувствуешь? Хорошо. Ой, смотри.
Группа китайских туристов пошла мимо. Боже, они как-то стаями, прям как рыбы, как пираньи. Туристы, туристы. А, может быть, это местные жители идут на работу просто? Так, пока туристам рассказывают о чем-то, они улыбаются и смеются. Мы можем посмотреть на памятник. Памятник кому-то, чему-то. И за что написано. Да. Для таких случаев нужен гид. Или Google вам в помощь. Внушительно выглядит, да. А вот здесь я нашел год 1815. Довольно-таки старая скульптура. Лев с крыльями охраняет какую-то даму с мечом. Ну а с этой стороны мы можем видеть задницу лошади. И тот же самый лев, или не тот же самый, не знаю. В общем, женщина со сломанным мечом. Одна грудь у нее голая почему-то. И лев, закованный в цепи. В общем, походу им досталось. Дали им по жопе. Меню в ресторанах имеется как на нашем русском языке. Нет, не на этом русском языке. Так и на других языках. Тайский, английский, итальянский. Вы спросите, где же русский? Русский, русский. Вон там он где-то, вот там. Можно увидеть. Даже пельмени есть. Итак, пройдясь по площади, надо куда-то заворачивать. Уходить в город. В сердце города, входим в сердце города, и мы продолжаем движение. Интересно? Это очередной сувенирный магазинчик. Здесь можно видеть такие маски. Очень красиво. Вот такие маски. О, привет, Миланочка. Смотри, здесь красиво. Какие шкатулки есть, посмотрите. Смотрите, какие шкатулочки в виде масок. Конфетки. Как будто бы конфетки, да, только не настоящие, а стеклянные. Стеклянные. Вот такие конфетки надо вам купить. Да. Да, и сделаем конфетки челлендж. Да. Стеклянные. И будем их разбивать. Да. Челлендж разбивать. Так, следуя за потоком туристов по одной из улочек, мы выходим на что-то грандиозное. Поток туристов. Смотрите, если посмотреть здесь в пол, нормальный пол? А вот здесь дырка, смотри. А там что? А там вода. Ее просто не видно. Но я отсюда вижу, что там вода. Если сломать здесь этот бетон, сразу будет вода. Вот это город. Еще недавно, мы совсем недавно стояли здесь, только с той стороны.
Вот с той стороны мы заходили сюда. И здесь не было ни одного человека. Ну, может быть, человек 5 на этой площади. Прошло времени, ну, часа полтора, может, час. Мир ожил. Площади потихоньку сруливаем. Далекие, запутанные лабиринты Венеции. Смотри, собачки. Смотри, они как будто настоящие, они даже дышат. Видишь, у них животики двигаются, смотри. Смотри. Они игрушечные, но как настоящие. Папа или старший брат обучает мальчишку, как ему стать дендалистом настоящим? Или кундулистом? Не знаю, как правильно. Но все познается снизу. Итак, выходя из очередного туннеля, мы выходим к Гранд-каналу. Снова Гранд-канал. Где происходит основное движение водного транспорта. Артем купил своему другу подарок. Браслетик Венеция. Покажи, какой ты купил ему. Такой. Вот такой браслетик, да? На нем написано Венеция, нарисована такая гондола. Кожаный. Прикольно. Так, наша задача перейти Гранд-канал вот по этому белому мосту в виде домика. На ту сторону и двигаться назад в направлении автовокзала. Вот этот канал, ведущий из города, из самого сердца города, втекает прямым образом под этим мостом прямо в Гранд-канал. Артем пьет воду. Говорят, вода это лечебная. Имеет какие-то особенные свойства. Что она вкусная. Вкусная, Артем? Угу. Здесь кое-что есть, что хотел Артемка попробовать. Закончилась процедура, он вытирает ноги. Рыбок встряхнул, некоторых положил в карман, дома обожаю. А мы продолжаем наше путешествие по Венеции. Красиво как. Балкончики, кто-то живет здесь. Мама, там тупик! Там тупик? Да.
О, нет, мы заблудились. А тут? Ну, это можно наверх идти. А там не тупик? Тимурка, веди нас. Веди нас, куда выходить. Мы заблудились в венецианских улочках. В лабиринте. В лабиринте, да? Да, там где монстры. Точно? Ой, страшно. Тимонька, выведи нас. Без монстров только, пожалуйста. Туда. Туда? Туда. Или туда? Или туда? Это там будет тупик. Пойдем прямо. Смотри, какая рыба плавает здесь. Ну что ж, вот такая вот прогулочка у нас получилась по Венеции. Мне очень понравилось. А вам? Хороший город? Да, хороший. Много воды, лодочек, туристов. Еще придем. Придем? Да. Может быть. Ну что ж, на этом ставь лайк, подписывайся, не забывай о нашем канале. Жди новых видео. Всем пока!